Привет, вы смотрите «Черное море» каждый день. Это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно подпишитесь на мой канал, а также оставьте свои лайки и комментарии. Дополнительные ссылочки внизу в описании. Сегодня у нас 2 октября. Ночью шел проливной дождь. Однако цвет воды остался неизменным. Море абсолютно спокойное. Гладкое и, что самое главное, прозрачное. Так и манит искупаться. Несмотря на то, что на небе облачно, люди, видимо, не дошли до моря. Людей меньше стало гораздо. Но водичка кайф. На улице достаточно тепло. Температура воздуха 25 градусов. Температура моря 26. Просто посмотрите, в Адлере такая вода бывает вообще очень-очень редко. Вот такая погода сегодня в Сочи. Так что обязательно запишитесь ко мне на экскурсию, подпишитесь на мой канал и смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!